привет! Сегодня у нас небольшая, но достаточно интересная распаковочка. Так, начнем мы с вот этой вот коробочки. Написал мне один зритель канала о том, что он приобрел себе очень интересную кастомную пару. Пара это в смысле фикс и складень отечественного производства с известным дизайном. И, собственно, предложил мне это дело посмотреть и заобзорить. Так. Ага, значит. Начнем с ножа. Это Урал EDC. Это крейсер. Я впервые держу в руках. Вот такой вот. Сделан он из Элмакса. Сделан красиво. Прям вот. Прям очень. Достаточно удобный, хорошая форма. Ножны на него делал Назгул. Вот, ссылочку на инсту обязательно оставлю. Кожевенных дел мастер, не только кожевенных. Всякие титановые интересные DC штуковины. И вот это вот на самом деле прям самое интересное. Я видел такое только в интернете. Так, значит, вот такой вот чехол, такая кабура, без подвеса на куда-либо, достаточно увесистая, тоже с клеймом Назгула. И, собственно, внутри лежит такой же, только складной крейсер. Вот такой вот складной крейсер Front Flipper. Аж три логотипа, три клейма, тройная коллаборация. Вот такая вот штуковинка. Так, здесь у нас лайнер-лок с сухарем. Так, шар пока не вижу. Потом обязательно посмотрим. Лайнера где-то 2,5. Работает все на шайбах. Вот такая вот клипса. Темлячное отверстие реализовано так достаточно непривычно. Вот таким вот макаром. Что-то тут уже какие-то вмятинки. Ну, в общем, будем посмотреть. Интересно. Фаски, похоже, вручную делали. Не на ЧПУ. Потому что разные немножко. Ну, не немножко, достаточно сильно разные. Ну, как бы ручной труд. Будем смотреть, будем изучать. Ну, механика неплохая. Размер хороший. Пацанский. В общем, это нас ждет впереди. Единственное, что вот... Нож новый, а почему-то вот так убегает лайнер. Ну, в общем, я думаю, в процессе все посмотрим, все поймем. Вот, собственно, с этим конкретно ножом, с этой парочкой все у нас. И у нас еще один очень интересный, необычный кухонник. Прикиньте, вообще позиционируется это именно как... Пухонник хотел сказать. Это The James Brand. Их складень я вам уже показывал. А это фикс. Вообще, я как-то в первом ролике не рассказал вам особо ничего про их историю, про философию и все остальное. Надо будет это исправить. Вот такой вот. Тут у нас, как обычно, все написано, все рассказано. История. И вот такой вот. Вот такой вот. Фиксик. Все очень плотненько. Фиксик у нас из 35-ки. Он абсолютно небольшой. Есть у него еще и большая версия. Но это вот меньшая. С 35-кой он номерной. Интересная такая вот серенькая G10. Подгоночка супер. Сняты все фасочки. Интересный вот этот вот винт. Он с обратной стороны прям винт. Ну, так вот, я не скажу, что он прям супер тонко сведен, хотя надо будет померить. Ну, вот такой вот совсем небольшой. Очень приятно в руке сидит. Такой небольшой именно вот горфиксик. Накладки сменные, потому что у него, я вот тут сейчас разглядел, есть второй спрятанный винтик. Интересно, он с коробки салфетку порежет? О, хоть как-то, ну. Да, ништяк. Заточка такая неплохая. Вот такой сегодня анбоксинг. Про это все будут отдельные
обзоры. На этом, наверное, все. Всем спасибо. Пока.